краски будут смыты, а моменты никогда. С таким настроением в субботу прошел фестиваль красок Holy Color Fest 2015. На территории физкультурно-спортивного комплекса «Олимп» в деревне Коробчице тысячи гродненцев в течение всего дня бросались друг в друга разноцветными красками и танцевали под музыку известных диджеев и музыкальных коллективов. Необычно для Гродно формат фестиваля привлек не только молодежь, но и семьи с детьми. Развлекали публику белорусские музыканты, среди которых были расомечтатели, воображаемые люди, диджей «Модно» и другие. Посетили Color Fest и гости из России. Хедлайнерами фестиваля стали участники группы «Центр». Красочное мероприятие началось в обед и продлилось до поздней ночи. К слову, фестиваль красок Holy Color Fest этим летом прошел почти во всех областных центрах Беларуси. И в дальнейшем организаторы планируют сделать его ежегодным.